Ивановский дом художника принимает гостей. В областной центр приехали коллеги из Москвы. 2 июня в столице состоялось открытие выставки ивановских художников. А спустя несколько дней москвичи приехали с лучшими работами в город невест. Оказалось, что в Иванове и Москве есть похожие обменные проекты. Мы в прошлом году на пленэре в Липецке повстречались с Павловской Еленой Юрьевной. Она является заместителем председателя Московского союза художников. Обменялись впечатлениями, я рассказала про нашего проекта «Художники земли Ивановской», которым в этом году исполняется 10 лет. Это как раз проект обменных выставок. А у них тоже зародился проект «Московские художники регионам». И мы решили эти два проекта соединить вместе. В Москве ивановцев приняли тепло. Столичная публика смогла увидеть живописные полотна не только современных ивановских мастеров, но и работы из фондов Ивановского областного отделения Союза художников России. В областных союзах художников накоплены потрясающие фонды. И мы будем очень рады познакомить с ними наших московских зрителей. Вместе с тем, мы понимаем, что то, что происходит в столице, в Московском союзе художников, который является основным культурообразующей, такой основной организацией Москвы, конечно же, очень интересно в области. И областным художникам, и жителям областей, конечно же, интересно, чем живет столица, как развивается столичное искусство. Более 120 столичных художников, как молодых, так и зрелых, претендовали на участие в выставке, открывшейся в Иванове. Специальная комиссия тщательно отбирала полотна. Организаторы постарались представить работы разных стилистических направлений, от реализма до авангарда. Есть здесь пейзажи, натюрморты, портреты. Такое разнообразие обязательно заинтересует зрителей, ведь и у публики есть свои предпочтения. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.